Всем привет, скажи, Дима. Привет-привет, с вами канал Артмания. Да, мы тут вот играем. У нас вчера у меня был обзор на эту уже из фикс прайса за 200 рублей. Пластилин у нас вон там еще, но надо еще докупить, все-таки он классный. Такой мягенький вот. Макарошку мы делаем тут вот. У нас еще мороженка. Да? Другой стороной. Переверни вот эту штуку вот. Вот так вот она вставляется. Опа. Ну, вот тут куча всяких там деталек. Но, честно говоря, мне вот эта вот штука больше понравилась. Даже тем, то, что у нее вот много вот такие вот всякие штучки. Тут есть слоник, я очень люблю слонов и кораблик. Ой! Вот, и такая вот штучка, хотя она, конечно, немножечко мягенькая, хлипкая. Боишься на нее слишком сильно нажать. Вот. Ну и, конечно, пластилин тоже очень мягкий. Тоже у нас мы покупали в фикс-прайсе вот такой вот. Здесь с этой стороны, кстати, нарисованы цвета. Не сразу я заметила. Но если вы соберетесь, кстати, брать для своего ребенка, то... Ай, Дима! Если вы соберетесь брать пластилин вот такой для своего ребенка, то берите сразу там три цвета. Вам будет сразу штуки три... Ну, сразу купить три штуки удобнее, чем потом приходить и докупать. Потому что потом сообразить сложно, какие у вас есть, каких нет. Упала. Да, Дима, хулиганить решил тут. Ой, пис. Звезду куда забрал? Дима уже две звезды. Сейчас у него макарошка там полезет, да? Ну-ка. Нажимаешь? А я дотаю. Опа, макарошка. Мы же из макарошек сделали змейку, червяка, улитку, да? Правда, у нас уже наша улитка в звездочку превратилась вместе с червяками и всем прочим. Держи его. Вот. А у меня здесь стадо слонов. И смотрите, какой слон получился. Был красненький чуть-чуть какой-то, видимо, попался. И он таким стал красивым оттенком, каким-то как будто художник там провел кисточкой. Да. Да, у мамы тут стадо слонов. У Димы здесь звездное небо появляется, да? Звезда. С такого пластилина можно делать, мне кажется, такие картины. Не пластилина, а тесто. Картины шикарные звезда. Делать можно. Звезда. Звезда. Да, жалко, что его продают в таких вот маленьких коробочках. Такими небольшими. Сейчас покажу. Вот такими. По-моему, там 80 грамм, если я не ошибаюсь. Было бы, конечно, побольше баночек, подешевле и побольше. А, было бы просто шикарно. Ну, не знаю, как она когда высохнет. Вот так вот, звезда. Топ-топ, идет звезда. Звезда идет даже. Топ-топ-топ, да? Дима прям развивается, развивается. Палка. А, у тебя, смотри, получилась мороженка, да? Вот так вот. Ам-ам-ам-ам. Мороженка, да? И звездочки. Ам-ам-ам. Хороший такой набор. Все вместе вот это вот у нас вышло 400 рублей и плюс пластилин по 4 штуки в пластилине 99 рублей. Ну, надо, я думаю, пластилина побольше. В следующий раз пойду, я побольше накуплю. И нужно будет попробовать. Он же не пластилин, а это тесто. Оно уже засыхает. Может быть, какие-то детали можно сделать, когда он засохнет. Не знаю, раскрошится или нет. Что-нибудь такое попробовать как? Хотя бы для себя. Посидеть вот так вот, поковыряться, пока дешево, да? Здесь много палок. Много палочек. Это палочки для мороженого. Их прямо здесь даже в наборе 6 штук сделали. Вот они могут растеряться. Да? А теперь вот надо вот это все продумать, и нужно куда-то это положить. Какую-то коробочку теперь надо для этого, да, сына? Сижу, сломалась. Ну, вот она у тебя топала, топала и сломалась. И еще, конечно, докупать надо. Я хочу еще ножичек докупить. Это ну, топа, короче, так топа. Вот играем мы. Утро у нас сегодня началось с игр, да, сына? Игра. Да, давно мы с тобой не играли. Сижу. В них, да? Да. Что ты режешь? Салат я режу. Ах, ты салат режешь. И звезды, да? У тебя звездный салат сегодня?
Звездный салат у Димочки, да? Она от тебя убегает, а ты ее режешь? Убегает. Убегает. Я для салата режусь. Режь салат. Режь салат. Ох, как он режет салат. Вот так ребенок учится резать, да? Дима уже много умеет. Дима умеет уже яички у нас чистить, картошечку чистить, да, сына? Да, кузи. Все? А вот тут у тебя еще, смотри, осталось. Режь. Рукой придерживай. Вот, вот, молодец какой. Нарезал. Нарезал. Вот тебе тарелка, смотри. Тарелка. Складывай все в тарелку. О, какой у Димы салат красивый. Корабль зацепляешь с собой. Салат у Димы. Вот так салат. Всем салатом салат, да? Угу. Звездный салат у Димы, да? Угу. Дальше что? Что тебе еще надо? Все? Да. И у Димочки тут персональная выставка. Вот это вот моя работа. Дима тут параллели. Здесь у меня домик, то, что пришло в голову. Фломастер. Я не очень люблю рисовать, честно говоря. Люблю красками. Тут вот Димина, тут я ему радугу вот нарисовал. Тут мы линейкой вместе с ним тоже разные параллели. Ну, забор вот он, кстати, рисовал сам. Вот, здесь вот тоже кружочки, это все он тут сам, капельки, но это еще давнишние. Здесь он рисовал, просто что-то там было, и потом я уже ручкой вот тут обвела, и получился тут какой-то зверь такой необыкновенный. Дима, что делаешь-то? Тут моя работа, но мне она не нравится, правда. Не знаю, тут тоже моя, это я уже наобум там рисовала и делала. Вот такая вот у нас выставка у Димочки. Кстати, очень удобно. Можно даже сделать побольше. Вот именно такой вот шкаф, то, что можно подвесить. Вот тут идут ручки, и вон там ручка. То есть прям длинную можно сделать, и будет классно. Очень удобно. Я раньше, до появления ребенка, помню, делала так. Повесишь свои работы. И потом ходишь такая, любуешься, как красиво. Вот, у кого есть такой шкаф, можно тоже подвесить. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. И всем пока-пока. Пока-пока. Пишите комментарии свои по поводу Диминых работ.